Всем привет, вы на канале Crypto Crazy Man. В этом видеообзоре я хотел бы рассказать о проекте Iskar, где мы ранее крутили рулетку, выбивали NFT токены. А сейчас у нас есть возможность на соцзаданиях получить в вознаграждение USDT. Кто смотрел ранее предыдущие мои видеообзоры про Iskar, про рулетки, которые бесплатно мы крутим каждый день, то есть 24 часа в сутки, мы вот так вот нажимали старт, нам дается один тикет в день. Мы просто крутим рулетку. Если нам выпадает NFT-шка, отлично, мы ее забираем. Если нам выпадет тут Джокер, посредине будет именно написано, что Джокер, то мы сможем спокойно продать ее на OpenSea. Для чего мы каждый день забираем здесь NFT-шки? Все просто. Для игры, которая в будущем выйдет. Где посмотреть свои NFT-шки, которые мы выбили? Здесь у нас есть кошелек, мы на него нажимаем, потом Game NFT, у нас подгружаются все NFT-шки и можем посмотреть, сколько у нас есть NFT-шек. Мы все можем их продать на OpenSea, но они мало стоят, они не более уникальны. Разновидности у меня NFT-шек более 11 штук, всех у меня по 4, по 3, по 4, по 6 и так далее. Появились новые, которые уже есть свои стихии. И в колоду карт нам нужно будет, чтобы участвовать, всего лишь 4 NFT-шки. То есть их можно, даже если не крутить это колесо каждый день, мы сможем, потратившись всего лишь $1, это не считая комиссии, купить на OpenSea все 4 NFT-шки. Итак, давайте ближе к сути, к проекту, который Iskar выпустил свою вторую акцию. Здесь нам нужно нажать Connect Wallet, нажать MetaMask, подтвердить все, и мы заходим в проект уже под своими данными. И нам нужно здесь выполнять задания как можно больше. Здесь нам нужно попасть в топ 400 человек. То есть мы получим вознаграждение, если мы попадем в топ 400 человек, $10 плюс 10 монет ИСК. Это где-то приблизительно 10 монет выходит на $3. Конец аж 17 апреля, то есть у нас есть еще куча времени, но откладывать на завтра не стоит. Лучше сейчас повыполнять задания. Их здесь много. Все вы сразу не выполните. Здесь есть как задания по Твиттеру, Дискорду, Телеграму, про посещение каких-то сайтов, приглашение партнеров, дейли бонусный, который мы можем там проходить, аирдропы, просто заходить на сайты, делать активность какую-то, квизы и множество другое. То есть под себя вы можете подобрать, что вы первое хотите выполнять. К примеру, Twitter. Нажимаем на него. Далее, выполнять задание как? Вот такое окно высвечивается. На вот такую вот стрелочку. Далее, нажимаем Follow. И после этого нас перебрасывают на их Twitter. Мы подписываемся на их Twitter, то есть страничку. Закрываем ее и просто нажимаем Claim Rewards. Главное, не закрывайте окно. Нам засчиталось вот 200 диамантов, которые мы только что выполнили задание. Главное, не закрывать страницу, когда оно проверяется, то есть оно может долго, пока модератор либо бот не проверит, что вы действительно выполнили это задание. И когда вы выполняете эти задания, обязательно до 17 числа, а лучше и 18, не отписываться. Если уже выполняете какое-то задание, выполняйте его до конца, чтобы вас не заблокировали, это в лучшем случае. А в худшем случае вы можете просто лишиться вознаграждения, даже если вы попадете там в топ-10. Выполните эти все задания, попадете в топ-10 и все. А вам не засчитается это. И отнеситесь к этим заданиям более серьезно. У нас здесь есть уровень. Пока что этот уровень дает, я не знаю. И у нас вот здесь показано, на каком мы месте. 24950. Не стоит отчаливаться, ведь мы только выполнили одно задание. Одно задание может нас спокойно перебросить, даже если мы выполним на 500 хп, нас может спокойно перебросить ближе, аж на 5000. То есть даже одно хп решает там 10 мест, 20 мест, поэтому все в ваших руках. Естественно, в один день это проходить не стоит, потому что в любой соцстраничке вас могут заблокировать за подозрительную активность. Особенно Twitter. С твитом вроде бы здесь не так уж и много заданий. Их, в принципе, можно 4-5 штук сегодня пройти и чуть-чуть оставить на завтра. Это, конечно же, мой совет, потому как рассказываю с личного опыта, когда проходил какие-то аирдропы, вайтлисты и множество других раздач, меня блокировали перед самой раздачей. То есть я по таблице видел, что я попадаю в список победителей, а меня просто Twitter банили.
и не засчитывали мою активность, то что я выполнял задание. Поэтому так вот, дорогие друзья, кто не понимает, какие здесь задания, можете просто спокойно переводить в браузере на любой ваш удобный язык, и тут можете читать все абсолютно прописано, что, как и где нужно сделать. Здесь мы переходим в Discord. Покажу к примеру, потому что в Дискорде постоянно различные подводные камни, где-то что-то непонятно, и все многие допускают множество ошибок. Нажимаем на First Explorers, опускаемся ниже, ставим галочку, отправляем им. Далее возвращаемся к верификации. У нас уже эта кнопка доступна. Нажимаем верификация. Возвращаемся на эту страницу, нажимаем Claim, и все, нам засчитало. То есть мы уже заработали на данном этапе 210. Не уверен и не в курсе, что будут далее добавляться различные задания, но у нас есть еще 10 дней. То есть пройти каких-то 20 заданий за день не состоит труда, распределить. И есть очень сложные задания, которые могут у вас ожидать дальше. Пока с такими не сталкивался, пока все проходил, все четко, вот как вы могли видеть. Но я только начал. Поэтому если будут какие-то уж чересчур сложные задания, а поверьте, они будут, то обязательно запишу либо продолжение своего видеообзора, либо просто покажу у себя в телеграм-канале, как его проходил, куда нужно нажимать, все скриншотами покажу. В этой раздаче все зависит, в принципе, от вас. Кто не подписан на мой YouTube канал, обязательно подписываемся, чтобы не пропускать вот такие вот бомбезные раздачи. Ставим лайки, ставим колокольчики. Поэтому спасибо за просмотр, дорогие друзья. Всем до скорых встреч!